что, друзья, я приехал в город Сиди-Бусаид. Экскурсия началась. Покажу вам немножечко этот город. Надеюсь, вам понравится. Вот. В общем, пойдемте. Друзья, так, идем. Сейчас, говорит, в музей пойдем. Музей платный, значит, да? Туалеты есть в кафе. Вот, и музей платный. 4,90. А можно в музей не ходить? Ну, не ходите. Тогда не увидите все интересы. Там восковые фигуры, традиции. Да, эти восковые. Пойдемте, друзья. Наверх. Что-то продают здесь, керамику, что ли? Красиво. Такие закоулочки. Вот город синий-белый. Бело-синий. Тяжело подниматься на гору вообще. В музей не хочу идти. Платить 14 динар. Не хочу. Опять керамика. Так, друзья мои. Так, пойдемте, друзья, наверх. За этими людьми я пойду. Они из нашей группы. Нашего автобуса. Как вы не заблудиться. Дима, хай. Надо фотографироваться, чтобы здесь. Хай. Как красиво, смотрите, видите, море. Не-не-не, красиво очень, прям, видите, да? Видите, как вот это, чуть ли не мираж. Да. Чуть-чуть вот еще и будет мираж. Мороженого. Ну, да. Побольше. Как эта экскурсия не организована? Что-то все по магазину повела и по музею. Зачем это надо? По магазину, потому что ей, наверное, деньги отстегивают. Наверное. По-любому. Мне город расскажи, зачем мне эти магазины? Я вон поеду в Медину, там все магазины куплю. Вообще. Конкретно. Сразу такая потащила. Магазин вообще. Да, кстати, сказали, что оно вроде уже закрыто, как бы. Но кто-то говорит, что оно как бы опять открылось. Как красиво, здесь надо фото делать, прямо вот здесь вот. Фото делайте, очень красивое будет. Артем, вот сюда вставай, вот сюда. А мама твоя пускай вот сюда идет. Фон будет вот такой. Красота. Так, друзья, идем дальше. Посмотрите, какие красивые резные балкончики в арабском стиле. А где твои, а что,
Очень красиво. Вот это место вообще шикарное. Вау, смотрите, как красиво. Ребенок, машина, дорога. Друзья, посмотрите, какое красивое место нашли. Охренеть, все так цветет, пахнет, благоухает. Вообще красота такая конкретная. Не знаю, видно вам, не видно вот эту вот арочку из цветов, растений. Фотографируется. Шикарное место. Вот идет, а ты какая красота, тебя... друзья, смотрите впереди. Охренеть. Набережная, что ли? Морской бой, блин. Угу. Вон однопалубный, вон трешка, вон три двушки. Остальные подбили. А не, вон четверка. Что-то написано. La Villa Bleue. Что-то Bleue. La Villa Bleue. А, Bleue, да. Вилла. Может, зайдем в гости на чай сладкий? Скажем, мы туристы, раса турист. Квартирка какая-то. А вот скажите, что можно... Ты не уходи, пожалуйста, далеко. Ладно от нас. Очень большое, пожалуйста. Вау, как красиво, охренеть. Как будто даже берега нет, да? Сразу вот как будто в море идешь. Смотрите. Друзья, посмотрите, какая красота. Друзья, посмотрите, красивая вот. Еще одно место нашел. Красота. Привет. Вау, друзья, посмотрите, как красиво. Кораблики стоят, яхты. Видишь? Бич. Интересно, ну глубоко. Я тебя просила сзади фон сделать, а ты меня что сфотографировал? Меня, я поняла. Мама главная. Друзья, зашел, в общем, в кафешку в этом городе. Такой вот дизайн-кафе. Тоже в арабском стиле, так понимаю. Сейчас буду пить чай местный, сладкий-сладкий он. И пойду, наверное, еще за пончиками схожу. Друзья, в общем, экскурсия подошла к концу. Город весь не обойти, это невозможно. Вот, сами приезжайте и все, так сказать, посмотрите своими глазами. Вот, я прошел Сорич по одной улице. Вот, сказали, есть улица еще наверху, то есть нужно подниматься прям с самой вверх. Вот, в гору подниматься. Вот это все время, у нас хоть время заканчивается. Надо срочно бежать. Вот. В общем, как-то так, друзья. Все, до связи.
друзья, хочу еще вам сказать, что в этот город ехать нужно самим, без экскурсии. Вот. С экскурсией сюда ехать я не рекомендую, потому что, ну, незачем ее сюда брать. Вас просто как бы привезут сюда, а дальше вы сами ходите и все. Так что берите машину, такси на несколько человек и вперед в этот город.